В Люберецком амбулаторном центре онкологической помощи прошел день открытых дверей. Все желающие могли прийти и проверить себя на факторы риска и наличие онкологических заболеваний. Мероприятие проходило в рамках акции движения «Матери России. Профилактика. Альтернативы нет». Подробнее в следующем сюжете. Дни открытых дверей в центрах онкологической помощи проходят по субботам ежемесячно. Цель акции – призвать как можно больше людей к прохождению медицинского обследования. В онкоскрининг входили маммография, рентген, экспресс-тест на рак и консультация врачей. Результаты анализов посетители получали в течение нескольких минут. Считаю, что болезнь действительно лучше предупредить, чем потом ее лечить. Бывает, что это слишком уже как бы поздно, долго. Лучше мы будем здоровы, ходить на работу с хорошим настроением. И с хорошим здоровьем. После обследования врачи-онкологи провели лекцию о симптомах и первых признаках проявления рака. По статистике, самое частое заболевание у женщин – это рак молочной железы. У мужчин – рак легких. И в первом и во втором случаях первичные симптомы напоминают ОРВИ. Недомогание, кашель и боль в груди. Поэтому врачи настаивают на регулярном прохождении диспансеризации хотя бы раз в год. Мы рассказываем о том, как можно заботиться о своем здоровье, как сохранить свою жизнь для своих близких и радость этой жизни. И все это делается для того, чтобы люди приходили к нам, приходили на обследование, на онкоскрининги, на диспансеризацию, да и просто пришли к врачу. Не боялись. Более 90 человек прошли обследование в этот день. В настоящее время рак – это болезнь, которую врачи умеют лечить, особенно на ранних стадиях. В арсенале докторов есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.